Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И для любителей заработка без вложений сегодня делюсь буксом. Называется SurfClick. Работает 17 дней. Участников более 11 тысяч. Здесь это все можно почитать. Регистрация наипростейшая, как всегда. Логин, имейл, пароль, капчу, создать аккаунт, авторизация, кликаю, логин, имейл, капча, войти в личный кабинет, еще раз разгадываю капчу такую, отправить, и на балансе для вывода у меня 2,57, и сразу на домашней страничке у нас идет серфинг. Серфинга здесь также более чем достаточно. И по 9 копеек, и по 7 копеек. Есть 18 копеек. Видим, да? Давайте одну коротенькую посмотрим. Здесь сама короткая по 15 секунд. Кликаем. Внизу идет отсчет таймера. Давайте обождем и разгадаем капчу. Вот такая у нас капча. Разгадываем капчу. Спасибо за посещение. Все, зачет. Вкладочку можно закрыть. Далее здесь же на серфинге можно рекламить свои проекты. Вот здесь рекламный баланс. Видите, да, нулевой. Здесь кликаете, пополняете и добавляете рекламу. Название, реферальная ссылочка. Ну и тут что у нас каждые 24 часа. Таймер, насколько вы хотите. И вот здесь активное окно, неактивно, наверное, добавить ссылочку. И все, ваша цена за один переход 9 копеек. Далее что? Короткие ссылки есть. Если хотите, можете просматривать бонус. Значит, что? Кликните по баннеру для получения бонуса. И здесь у нас мы видим, сколько у нас здесь нам дадут бонус. Кликаем, возвращаемся. Появилась вкладочка «Получить бонус». Получаем мы. Вы получили бонус. И что я там получила? 1 копейку. Значит, выплатить. Так как минималка здесь на вывод 1 рубль, у меня достаточный баланс для вывода. Кликаю «Выплатить». Что они мне тут пишут? Чтобы выводить средства, необходимо подтвердить аккаунт. На ваш email будет отправлена ссылка. Перейдите по ней для подтверждения аккаунта. И проверяйте папку «Спам». Отправить ссылку. Вам была отправлена ссылка на активацию аккаунта на почту. Идем на почту. И как видим, SurfClick. Активация аккаунта. Кликаю на ссылочку. Вы успешно активировали свой аккаунт. Не все так просто, да, ребятки? Опять кликаю «Выплатить». И вот здесь на Pair в настройках, прежде чем выводить, прописать свой Pair кошелек. Так, на Pair от 1 рубля. Ну а теперь выплатить. 2,65 у меня. И минимум 1 рубль. Кликаю «Вывести». Минимальная сумма для выплаты составляет 1 рубль. Ну, и что? Моментальные выплаты каждые 10 минут. Что, я не вывела, что ли? И что это значит? Окей. У меня 2 рубля. Ребятки, прошу прощения, невнимательно. Вот сюда нужно прописать сумму. 2,65. Видите? 2.65.
65. Вот сюда прописываем сумму. Ошибка доступ. Баланс для вывода. Может, целую сумму надо просто прописать. 2 рубля вывести. Деньги успешно переведены на ваш кошелек. Без копеек, значит, выводим, друзья. Значит, копейки здесь не проходят. Вот так. Давайте я обновлю страничку. Продолжить. Все, у меня стало на 65 копеек. Переходим на кошелек. Перезагружаю страничку. Каждый бокс по-разному работает. Плюс 2 рубля. Комиссию у меня не сняли. 31 октября перевод выполнен. Плюс 2 рубля. Замечательно, платит инстантом. Имейте в виду, вот сюда сумму без копеек. Я вот все делаю при вас в режиме онлайн. Проверяю на выплаты. Рефералы, вкладочка. Находится наша партнерская ссылочка. Так, реф-биржа есть. Если вам нужны рефералы, вы можете их купить. 5 рефералов 100 рублей, 20 рефералов 50, 100 рефералов. Пожалуйста, это уже по желанию. Также находится на вкладочке баннеры. Баннера. Далее настройки я вам показала. История. Так, история выплат кликаю. 31.10. Пайер. 2 рубля. Вот такой вот букс. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Не интересно, пройдите мимо. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи, всем пока.